Рыбы, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на недельку с 24 апреля по 30 апреля. Делаю расклад немножечко по-другому. Если вам понравится, будем делать. Если нет, вернемся к старому. Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Итак, мои дорогие рыбы, будете что-то обдумывать, мудрить, не спеша все взвешивать, и это хорошо. Итак, мои дорогие рыбы, смотрим вас. Что принесет моим рыбам эта неделька с 24 по 30 апреля. Начало недели, середина недели, конец недели. Так, в начале недели, мои дорогие рыбки, смотрите, то, что было мертвым, воскреснет. Какие-то моменты, которые были в мертвой точке, они стояли на паузе, они не продвигались, они начнут с этой недели, на этой неделе проявлять себя. То есть уже какие-то ростки будут, да? А ракурс у каждого будет свой. Почему? Потому что расклад общий. Так, в середине недели вы довольны собой. Вы довольны то, что вы сделали, то, что вы наработали. Так же самое это по финансам. Очень хорошая карта, да, с финансами связана. Немногие, но определенная часть людей, вот по знакам зодиака рыбы, будет покупать себе что-то, какую-то вещь приобретать. И вот поэтому вы будете довольны. О, как я говорю, ценности своей покупки. В конце недели идет женщина. Сейчас я просто дотяну. Почему? Потому что это и вы. Так. Многие из рыб в конце недели будут идти в храм. В храм что-то заказывать, спрашивать у священника, то есть у батюшки, да, у вас будут спрашивать какой-то консультации, о помощи какой-то, да, прояснить, разъяснить, рассказать, показать, внедрить. Вот. По работе у моих рыб, что на этой неделе? По работе у вас стабильно, как есть, так и есть, без существенных изменений. И еще по работе, вот у вас уже будут какие-то росточки давать о накоплении финансов. Это хорошо. Финансы для моих дорогих рыб. Но по финансам у вас ограничено. Вот на этой недельке пока у вас ограничено. Они у вас-то есть, но просто, знаете, под завязку, вот именно на вот это, все по-другому никак. Вот все расписано, все под поясочек, да, как говорят. Так, по здоровью, мои дорогие, хорошо. Здоровье хорошее, новости будете получать по здоровью хорошие, да, кто-то может ходить в поликлинику, делать какие-то обследования, анализы, ответы придут, они вас порадуют. Так, личная жизнь, мои дорогие, рыб. Хорошо. Тепло. И еще, кого давно не видели в личной жизни, да, вот будут возвращаться люди из прошлого, с кем у вас были отношения. Так тоже здесь бывает. Так, фокус для моих дорогих рыб на этой неделе. Ух ты, у вас будет переполнять фонтан эмоций. Радость такая большая будет. Вот и поэтому как-то возвращается кто-то, тот, кого вы давно не видели, да, и связано это как-то с личной жизнью, то есть это близкий вам человек. И вы будете радоваться. Радоваться очень сильно. Прекрасно. Совет моим дорогим рыбам. Стройте планы, планируйте. Не сидите на месте. Планируйте вдаль. Вот и поэтому в начале недели у вас то, что было мертвым, воскреснет. У каждого свое. Обращайте на это внимание, оно вам будет только в плюс. Чего не стоит делать, моим дорогим рыбам? Испепелять себя. И еще, мои дорогие рыбы, на этой недельке, по крайней мере, на этой неделе, не радуйтесь о своих достижениях. Вот в середине недели вы довольны собой, вы довольны финансами, да, как бы вот покупка какая-то есть, ну, по финансам у вас как-то ограничено, да, не как-то, а так оно есть. У вас они-то у вас есть, я еще раз повторяю, но они вас под расчет все. Вот, вот и поэтому, что не стоит делать, не радуйтесь, да, не радуйтесь своими заслугами, не радуйтесь кому-то за детей своих, да, почему? Потому что за вас реально не порадуются, глаза одно, глаза за другое, да, и могут залазить очень сильно. Ну, так. И чем порадует моих дорогих рыб эта неделька? Смотрим. Чем порадует, обрадует. Вы выйдете из тупика. Прекрасно. Вы выйдете, особенно финансы. Вы выйдете из тупика. Вы примите правильный выбор. У вас все получится. Связано напрямую с деньгами.
Вот, выйдите из этого ограничения, из скованности, из того, как я всегда говорю, под расчет, да, на вот это, а на вот это никак, значит, подождем, да, то есть с этой недельки вы уже начнете выходить из этого загнанного угла по финансам. Итак, мои дорогие рыбки, одна карта из колоды Ленорман, смотрим, что вам эта неделька принесет. Так. У вас по работе будет что-то очень хорошее, интерес у вас будет по работе, вот по работе у вас стабильно, как бы, да, но у вас уже с этой недели идет накопление финансовое, да, накопление, рост, то есть вы уже что-то уже будете приобретать, да, именно по работе, что-то ценное уже будет вам идти, как я говорю, в копилочку, да, вот, и одна карта с колоды Ленорман, у вас идет стабильность, связанная с работой, и вы получаете интерес, вот, и поэтому то, что было мертвым в начале недели, воскреснет, да, еще раз повторяю, события местами, вот это начало, середина и конец недели, да, могут меняться, но они будут. Итак, мои дорогие рыбки, я сделала для вас расклад на неделю, с 24 по 30 апреля. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Вот, это для развития моего канала. Ко всем к вам. Все мои дорогие знаки зодиака. С уважением, ваша Аза Таро. До свидания.